как вы. Вот серьезные мужчины сейчас и появятся у нас на экране. Дело в том, что именно сегодня Всероссийский день самбо. Татьяна Рябова уже находится вместе со спортсменами. Сам Бог велел заняться. Таня, еще раз доброе утро. Расскажи, ну как там вот с парнями-то успела побороться? Девчонки, обратите внимание на женихов. Засмущались девчонки. Студия, доброе утро, весь Красноярский край, всем желаю отличного настроения. Мы сейчас находимся в спортзале, конечно, здесь множество прекрасных мужчин. И хочу вас познакомить с одним прекрасным тренером, это Вячеслав Гусаров, старший тренер по самбо, также призер чемпионатов мира по самбо и действующий спортсмен. Доброе утро. Доброе утро. Ну скажите, пожалуйста, как нужно правильно здороваться с самбистов, как это обычно происходит? Вот так. Отлично. А, да, скажите мне, пожалуйста, сегодня у вас будут проходить соревнования по самбо. И, кстати, Владимир Путин тоже же ведь у вас занимается самбо. Как вы считаете, какие основные плюсы вот в этом виде спорта? Ну, здесь воспитывается характер, целеустремленность, много физических кондиций ребенок получает от занятий спорта. Какие основные здесь правила, да, в этом виде спорта? Я так понимаю, что здесь нужно именно завалить своего партнера. Ну, чтобы одержать чистую победу, надо провести болевой прием на ногу или на руку. Тогда будет чистая победа. Или набрать очки до 8 баллов проходит схватка. 8, разница 8 баллов, чистая победа. Девушки вообще вот участвуют в соревнованиях по этому виду спорта? Да, девочки участвуют. Так же, как и в дзюдо, и в вольной борьбе. Ну, мы сейчас попробуем, вот я попробую сейчас сделать несколько болевых приемов на наших спортсменов. И еще хочу вас спросить, сегодня начинается празднование, да, все-таки вот самбо. И скажите мне, пожалуйста, будут у нас сегодня здесь проходить соревнования, где, куда можно прийти посмотреть на это все действие? Сегодня в Академии борьбы в 11 часов начинается краевой турнир, приурочен к празднованию 80-летия самбо. В этом году отмечается 80-летний юбилей, а следующий год у нас объявлен годом самбо. Владимир Путин подписал такой указ, что следующий год будет годом самбо в России. И будем отмечать еще масштабнее. Да. Я вас тоже поздравляю с этим праздником от лица всего нашего телеканала. Отличного вам настроения, самых замечательных спортсменов. Спасибо вам огромное. Пойдем сейчас потренируемся с вашими спортсменами. Ну что, вы можете видеть, что вот сейчас у нас здесь идет очень активная тренировка. И вот есть у нас здесь один молодой человек, который согласился поучаствовать со мной. Как это правильно сказать? Спарринг? Как это правильно назвать? Ну, сейчас спарринги. Спарринги, верно, да? Вот рядом со мной сейчас находится чемпион края, призер всероссийских турниров. Это Кирилл Фридрих. Кирилл? Могу ли я вас пригласить на схватку, скажем так? Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Ну что, скажите мне, пожалуйста, почему вы все-таки решили поучаствовать, вот пойти именно в самбо? Почему именно этот вид спорта? Вообще, меня направил мой папа туда. Ну, он мне поставил перед выбором дзюдо или самбо, и я все-таки предпочел самбо. Угу. Чем все-таки этот вид спорта, не знаю, может быть, он более зрелищный, чем он тебе нравится? И вообще, ты как-то применяешь это в жизни, может быть? Не пока знаю. Нет. Еще пока нет, но вообще... Ну, там броски красивые иногда получаются. Вот. Как вообще называется вот эта форма? Самбовка. Это просто самбовка. Да. Вот именно красный цвет, а почему именно красный цвет? Красный цвет это в том случае, если тебя назвали первым на выход на ковер, а синий вторым. То есть у каждого самбиста есть и красная, и синяя форма? Да. Сейчас мы что будем пробовать? Какой будем отрабатывать с тобой прием? Задняя подножка. Задняя подножка. Давай напомним, как это можно сделать, чтобы все телезрители это увидели. Если на вас нападут бандиты, не дай бог, конечно, вы могли это все повторить. Что нужно делать? Во-первых, надо определить, в какую сторону вы будете бороться, в правую или в левую, в какую удобнее. То есть, если в правую, то основной захват берете правой рукой, если в левую, то левой рукой. То есть, я ногу правую ставлю вот сюда? Нет, вот эту ногу. Левую сюда? А вот эту руку вот здесь сверху берете захват. Левая сюда, правая. А вот рука сюда. Вот здесь сверху, говорю. Так, рука вот так? Да. И начинаю... давите вот этой ногой, и он туда меня толкаете. Да. Так, ну что, у меня получилось. Что еще можем с вами показать? Может быть, вы нам что-то продемонстрируете на ваших прекрасных коллегах по Давайте. Спорту. Давайте покажем что-то масштабное. Давайте. Что такое висячка, вы мне сказали? Висячка – это, получается, прием на болевой. То есть сразу из стойки переходишь на болевой. Роняешь соперника и сразу переход на болевой. Давайте попробуем что-то сделать. Как это нужно делать? Расскажите. Ну, вообще, я беру сначала захват, одну руку забираю и забираю контроль. Попробуем. Которую буду, вот эту руку буду ломать. Ну что, сейчас мы с вами наблюдаем, что такое висячка.
Действительно, это очень эффектно. Это называется, что это значит? Это болевой, правильно? Да. Болевой – это чистая победа, получается. То есть сразу я выиграл уже. То есть ты выиграл в этом моменте? Отлично. Ну что, коллеги, мы прямо сейчас находимся, будем продолжать тренировку. Спасибо огромное. Прекрасного вам тоже утра. Всех мы поздравляем с Днем Самбо, кто этому как-то приобщен. Всем отличного настроения. Прямо сейчас у нас будет информация о погоде.